У каждого в жизни бывала ситуация, когда подарок вас не радовал или не в полной мере соответствовал вашим пожеланиям и ожиданиям. Поэтому мы решили попытаться раскрыть эту тему вместе с жителями Новосибирска и в первую очередь поговорили с их прекрасной половиной. О каком подарке, кроме цветов, вы мечтаете, чтобы вам подарили на 8 марта? Сноуборд. Так, еще все? Ну да. Ну, поездку можно куда-нибудь. Хороших, добрых слов, приятных, внимания побольше. Ну, так еще. Ой. Ну, наверное, парфюмерия. Это всегда для женщины одно из самых значимых в любом возрасте. Машину новую. Так, хорошо. А вы, девушка? Квартиру. Кольцо с бриллиантом можно. Эмоции, наверное. Какое-нибудь приключение. Наверное, какой-нибудь подарок от чистого сердца. Хочу, чтобы человек знал, чего я хочу, знал мои предпочтения и подарил то, что считает нужным. И действительно, чтобы подарок на 8 марта не разочаровал, надо процесс его определения держать под контролем. Духи. Какие? Хорошие, дорогие духи. Вот сейчас как раз сходили. Да, мы сейчас понюхали, выбрали, чтобы завтра нам все подарили. Самый лучший подарок я, конечно, купила себе сама. К следующему пожеланию мы присоединяемся всей съемочной группой. Хотим узнать ваши мечты, что бы вы хотели, чтобы вам подарили? Ну, за исключением цветов, конечно, это обязательно. За исключением, чтобы муж приехал домой на несколько дней. Он сейчас на передовой. Таких жен и матерей, которые ждут своих защитников Отечества домой, это весной в Новосибирске немало. Ну а что же мужчины? Что они готовы предложить в качестве подарка своим женщинам? Цветы мы, естественно, за подарок не считаем, ведь букет – это обязательно атрибут женского дня. Открытку, денежки и какой-нибудь, ну, коробочку конфет. Я думаю, в первую очередь, это слова от сердца, сказанные искренне. Слова любви. Я думаю, это гораздо важнее, чем какой-то материальный подарок. Сумку? Сумку? Да. Кожаную? Да. Знаете, я даже не задумывался над этим вопросом. Тюльпаны, ну и сертификат. Ну пусть сами себе выбирают. Слепок для рук. Вот такой вот, такой современненький, красивый на память. Он будет означать, выражать свою любовь, свою искренность, преданность, поддержку и благодарность за то, что человек рядом. Как видим, желания женщин несколько расходятся с возможными предложениями мужчин. Но в любой праздник главное все же внимание. А как его проявить? Ценным подарком, билетом в романтическое путешествие или стихотворением собственного сочинения – это уже дело каждого.